Я приветствую вас, мои друзья. Сейчас мы с вами рассмотрим Израиль и Иран. Будут ли активны боевые действия между ними? Так. Раз, два, три, четыре. Боевые действия. Какие? Израиль и Иран. Боевые действия. И что из этого? А значит так, что можно сказать? Боевые действия могут быть. Получается, дух война. Люди вооружились с двух сторон, и каждый считает, что он прав. Израиль ссорится с данной ситуацией. Он что-то хочет доказать. И не жалея денег, в этом случае каждый будет защищать свои права. И это очевидно. И боевые действия будут. Это все скоро узнают. В общем, вот такие карты вышли. Это очень скоро. Так. Израиль был заинтересован, есть и будет ли? Был, есть и будет. Значит так, Израиль готов идти на это, переживая за самого себя, он готов совершить данные действия. Так, Иран. Иран. Готов ли он вести активные действия против Израиля? Он был готов, есть и будет ли. Он был, он есть и он будет. Ну, смотрите, как они готовы, да? Мы видим, да, шутов. Они будут защищать самих себя. Еще, знаете, они бесстрашные, я могу так сказать. Несмотря ни на что, они будут надеяться на Всевышнего. Тут идет вера. Они верят, что им поможет высшие силы. И они в это уверены. И идя за своими идеалами, где вера их ведет к победе, например, что, к чему они придут, вот эти люди. Они пойдут на это. Потом еще можно так сказать, в этом случае верующие люди, свои верующие люди и верящие в себя и Всевышнего, они посвященные, они знают, что они должны победить, и они перейдут границу, можно так сказать, они выйдут за свои пределы и придут к победе. И данная ситуация приведет к тому, что безумные люди, встречая сопротивление,
отказаться от планов не могут. Им поможет их безумие. Ну, у каждого человека имеет свою цель. Да, если я в цель, если цель, к цели не подходить без безумия, то есть в этом какая-то доля проигрыша. И победа этих людей ведет к тому, что через безумие они могут достигнуть своего успеха. Но они что-то могут, ну, какую-то часть они все-таки какое-то дело они совершают в свою пользу, можно так сказать, несмотря на сопротивление. Тут слово сопротивление, если я повторяюсь, да, они выходят за рубеж. Они переходят границу, значит, территория Ирана, и они выйдут за свои пределы и пойдут дальше. Вот. В общем, только Всевышний им в помощь. В общем, вот такие карты вышли. Мы будем следить за событиями.